Утро 3 июля. Я не знаю, насколько это важно вам. Мне чуть-чуть важно. Вот они, два голодных лосидзе у нас в очередной раз рухнули финансы. Я вот сейчас вот литр молока на двоих развел. Им это мало, да, их? Яха, Яшенька, пошел в свои любимые кустики. Вчера ему сделал антибиотик. Сделал ему еселен 0,2 грамма. И вроде бы как сложно говорить о здоровье лосенка что-либо, чтобы не сглазить. Вот он, мой красавец. Вы можете сравнить вчерашнее его состояние шерсти, скажем так, потому что один из основных критериев — это состояние шерсти животного. Ну вот как бы, алло, вчера он был весь взъерошенный, а сегодня он такой уже, даже шерсть чуть-чуть блестеть начала. Да, Яш? Ну, я думаю, что завтра с утра я ему еще сделаю чуть-чуть селенида. Мы с тобой сегодня читал дополнение по лечению. Ну, на разных ресурсах почти что одно и то же пишут. Вот курс лечения 50-60 дней. Да. Ну вот, мы... Понимаете, мы с Вероникой все время периодически с завидным постоянством пребываем в состоянии отчаяния. Потому что ты бьешься, что-то делаешь, а оно, оказывается, нафиг никому не нужно. Вот два объекта животного мира, являющиеся федеральной собственностью. Федеральное же Министерство природных ресурсов просит нас взять этих двух погибающих без мамки объектов федеральной собственности на содержание. Два частных лица, ну, одно является юридическим лицом, второе нет, берут выкармливать вот этих вот эту федеральную собственность. Министерство, которое принадлежит к этой федерации, Министерство природных ресурсов Калужской области, ничем не может помочь в выкармливании федеральной собственности. Когда нам это сказали, а мы вот, ну, мы вот финансово истощены, мы за квартиру 2 месяца не платим, чтобы вы понимали. Ваша помощь тоже уходит, потому что мы покупали это 5 литров на день молока. Сейчас мы покупаем 8 литров молока. Если вот как вчера получается, что мы купили всего лишь 6 литров, то это на троих их не хватает. Вот этих всех кормить надо. Сегодня приедут телевизионщики, будут снимать репортаж о проблемах с землей. Раньше они от этого все бегали,
как только я открывал рот и говорил, что вот у нас мы а не финансируемся, б у нас нет статуса земли, мы пролетаем мимо всех каких-либо там грантов. Даже если мы станем НКО, мы все равно пролетаем мимо любых грантов по причине того, что первое в гранте нужно будет указывать статус земли. А у нас статус земли никакой. Сегодня снимут репортаж, грубо говоря, завтра его выпустят. Послезавтра приедет хозяин вот этой вот недвижимости, на которой стоит наш домик, скажет: убирайтесь к чертовой матери. Приедет Денисов, городской глава, скажет: убирайтесь отсюда к чертовой матери. Вы про нас такое все говорите. И мы ничего не сможем сделать. Мы просто будем обязаны собрать вот эти все вольеры, всех вот этих животных, и уйти с этой территории в никуда. Момент меня охватывает такое отчаяние, что не знаю, что и делать. Вчера забыли отключить морозилку. Теленка достать нельзя, чтобы разрубить. Ну тьфу-тьфу-тьфу. Видите, у него шерстка получше стала, так что я его через день буду все-таки, да, это мы писать уселись. Ну, смотрите, можно, в принципе, посмотреть вчерашний ролик, позавчерашний ролик. Очень сильная разница между... Лишь бы он привес начал давать, как говорят. Их. Сегодня немного. Да. Ай. Там по работе. Я самое веселое, что прибыль от заказов уже истратил на еду, на рыбу Маше. Сейчас будем делать вот это вот. Я сделал вчера, загон поставил. И где-то здесь вот и моя радость идет. Вот пойду. Вот мой ребенок. Наверное, все-таки здесь, где была раньше Лешка, вот в этом месте. Будем делать загон олененку, пока не подрастет. Простите меня за мое нытье. Мне это нужно, мне выговориться нужно больше, чем кому бы то ни было, потому что если я не выговорюсь, я буду долго-долго носить это в себе и взорвусь, и не знаю, что будет. Но мы, вернее, чем мы на грани отчаяния, потому что осознавание того, что то, чем ты занимаешься в жизни, никому не нужно, звонили в бортавиастанцию, нужно взять у Лосенка анализ. Прошла неделя, никто не приехал. А договор они нас заставили подписать с ними. Пойду попробую теленка оторвать. Мясо сегодня купить не на что. Осталось на молоко на несколько дней.
живешь и должаешь, живешь и должаешь, живешь и должаешь. И кто-то тебя терпит, а кто-то тебя не терпит. Кому-то ты нахрен не нужен со всеми своими долгами, идеями, спасенными животными, выпущенными чайками и прочее. Психотерапевта.